просто. Спросила ли это, знаем мы этого мужика или нет. Ну, у нас никто не опознал его. Он такой, ну, мощный, да, метр 90, наверное. Может, 1,87 м, 1,88 м, вот такой. Ну, такое телосложение неплохое. Шнурочек такой, ну, не бельевая. Тут есть? Туника, да, вот здесь вот. Вот здесь. Вот. И чуть-чуть, я не знаю, где-то вот столько вот не доставало до ступеньки. Где-то так. Ну, не знаю. Ну, по виду я, во-первых, его никогда не видела здесь. Это не из нашего подъезда. И даже я не думала, что он к кому-то приходил. А может, и приходил, просто мы его не видели. Ну, во-первых, тишина была. Обычно у нас собаки. Почти в каждой квартире они гавкают, когда чужой приходит. Даже на своего могут гавкать. А это такая тишина была, ни одна собака не гавкнула. Ну, мобилу то, что зарядки не было, то они забрали и все. Я понял. А сколько ему лет было приблизительно? Ну, я так приблизительно, глядя на него, где-то, ну, 33-34, ну, до 37 где-то так. Ну, не, по-моему, не старше. Он такой коротко стриженный. Вот тут вот.